Уважаемые товарищи, очень короткий ролик. Я просматривал тут старые передачи, вспоминая былое, что называется, по другим абсолютно поводам. Но, так сказать, вот пришлось вспомнить и, ну, коротенькая заметка, коротенькая ремарочка. Какой? Ну, сколько осталось? Зерна-то уже производим больше всех в мире, нет? Нет. Ты такое сказал. Ты делал бы? Да. Это коварный вопрос. Что тебе производим? Продаем мы опять. Это да. Мы это уже проходили в 19, в начале 20 века, когда мы были одними из мировых лидеров, попадало зерна, что нам теперь преподносят в качестве примера для подражания. Ну вот у нас с одной стороны продажа зерна, а с другой стороны вымирающие с голоду крестьянские дворы. И от деревянных банального. Мы же, наверное, как-то связаны, давайте подумаем, где зерно. В общем, как вы видите, коммунисты, покинувшие нас в 91 году, нашу страну, своим живительным влиянием, они как-то до сих пор тайно оказались способны подкармливать нашего уважаемого Клима Александровича. Ну, потому что на его лице, как вы видите, да, в отличие от крестьянских дворов, да, не видно недоедания. Вот. Значит, и да, значит, на данный момент у нас, значит, Россия, она лидер по продаже зерна. И здесь, да, Клим Александрович прав, мы много продаем. Вот. Но мало производим, как он утверждает, и поэтому мы морим Клима Александровича, вот, который все никак худеть не желает, знак протеста против капитализма, вот, и, так сказать, и деревню вместе с Климом Александровичем, вот. А вот эта вот табличка, как бы вот топ производителей пшеницы, да, по, значит, с 2009 по 2018 год, как менялась ситуация, вы можете ее увидеть здесь наглядно. Вот. Я не буду тянуть, да, вот, но в момент, когда, значит, разглагольствовал Клим Александрович о том, что мы мало производим и много продаем, да, за счет мрения, похудения Клима Александровича вместе с деревнями, да, вот это вот, значит, табличка, она на данный момент уже была вот такой: Россия на третьем месте, Индия и Китай. Вот три главных страны-производителя пшеницы. Уже к этому моменту мы уже обогнали США. На данный момент, как бы, вот здесь еще табличка 2019 год, она еще не сверстана. Вот, но на данный момент ситуация еще, так сказать, хуже для, так сказать, наших непосредственных конкурентов. Вот, вот примерно такая, как бы, история произошла с патриотом Климом Жуковым, да, который, по идее, ну, патриот — это же человек, который любит свою страну, да, а если он ее любит, то он, наверное, знает, что он любит. Вот, если ты, так сказать, любишь женщину, ты же ты самая, не переспрашиваешь ее каждые 15 минут, как ее зовут, да? Потому что если какая прелесть Марфа Васильевна, я вас люблю, значит, как, кстати, как вас зовут, если представится царь, да? Вот, если у нас вот такой вот, как бы, патриот, да, вот у нас относится вот так вот к стране, то есть, как бы, он патриот, но просто они нихуя не знают и знать не хочет, да? Ну, вот, как бы, что ж поделать? Такая вот печаль, такой вот патриотизм.